Всем привет! С вами снова Александр, интернет-магазин antilife.com.ua. Сегодня хочу затронуть такой вопрос, довольно-таки актуальный. Очень часто, когда люди звонят, когда делают заказы, задают вопросы, что в комплектации. На тот или иной ответ реагируют по-разному. Некоторые там говорят, что вот, у вас очень маленькая комплектация, небогатая. В других магазинах там есть чехлы, пленки, там тому подобное, какие-то бонусы. Мы всегда говорим, что мы аксессуарами не занимаемся, мы их не покупаем, мы их не включаем в стоимость нашего товара. Цены у нас одни из самых низких, ни для кого не секрет. Хочу показать вам, что в каком состоянии приходит техника с завода. То есть в данном случае мы имеем коробку JIU G4, она запакована с завода вот в такой вот клееночке. Вот тут вот надорвано немножко, но сама упаковка не повреждена. Некоторые модели приходят вот именно в такой упаковке, некоторые модели приходят просто без упаковки в этом в этой картонной коробке. Итак, вот я ее распаковываю при вас, просто чтобы не было вот этих всех вопросов, что мы якобы там что-то вытягиваем откуда-то. Никогда мы этого не делаем, не нужно, оно нам не интересно. То есть, ну, зачем мы что эти чехлы там какие-нибудь, пленки солить будем или продавать, втюхивать их по 20 гривен там кому-то еще. Неинтересно это все. Вот клеенка. Вот я распечатал эту коробку. И смотрим заводской комплект, который идет. Также очень много вопросов нам задают клиенты по поводу переходников под наши розетки. Вот сейчас мы, скажем так, получим ответ на эти все вопросы. Итак, что мы видим? Идет какая-то документация от производителя JIU. Идет сам телефон. Сам телефон вот такой вот клеенки. Идет аккумулятор. Это в данном случае это модель JIU G4 Advanced. Аккумулятор у нас тоже вот упакован. Мы все аккумуляторы достаем, вставляем в телефоны и тестируем. Ну и по поводу переходничков. Никаких переходников в заводской комплектации нету и не было. Когда у нас есть, мы обязательно долаживаем их в подарок. Когда этих переходничков нету, то не обижайтесь, пожалуйста, но купите их на своем рынке, в своем городе самостоятельно. То есть мы ни в коем случае не крадем эти переходники. В принципе, все. Хочу добавить, что JIU G4 модель и вообще бренд, который один из самых бедных комплектаций имеет, поставляет свои устройства. То есть модели THL, модели других производителей поставляются иногда и с двумя аккумуляторами, и с чехлами-книжками. Оригинальные модели в основном поставляются с одним аккумулятором. И плюс такая новость тоже на будущем, всем, кто не знает, буквально с недавних пор в Китае почта Сингапура, почта Гонконга выдвинула такие требования, что доставка всех смартфонов разрешена только в том случае, если в комплекте идет один аккумулятор. Поэтому все те модели, которые по умолчанию раньше делались с двумя аккумуляторами, практически все модели THL, все модели различных копий, они теперь поставляются с одним аккумулятором. Поэтому будьте к этому готовы и не удивляйтесь, и не говорите нам, что там у кого-то два аккумулятора, у вас один. Вот получат те продавцы технику свою с почт, и тогда они узнают. А мы почтой не доставляем, у нас свои методы доставки, нам это не страшно, но по умолчанию, как и для всех, нам высылают технику с одним аккумулятором. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. На этом все, спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно буду снимать для вас интересные видео. С вами был Александр. Всего доброго.